продолжая традиции художников старшего поколения, изображавших события Великой Отечественной войны, молодые художники сегодня снова пишут войну, на сей раз охватившую русский Донбасс. Одной из первых художниц, в чьем творчестве в полную силу прозвучала тема современной освободительной борьбы народа Донбасса, была Светлана Щиблева, живописец из Санкт-Петербурга, ставшая добрым другом Донецкого республиканского художественного музея и участником его многих выставочных проектов. Я Щиблева Светлана, художник из Санкт-Петербурга. Окончила Академию художеств имени Репина в 2017 году. Моей дипломной работой стал триптих «Молитва», который позже был подарен в Донецкий республиканский художественный музей. Первую часть дипломной работы «Ополченцы» я начала компоновать в 2014 году. Меня поразило до глубины души происходящее на Донбассе и поразила жестокость войны, сопоставимая с Великой Отечественной войной. И в скором времени я поняла, что мужество людей, вставших на защиту своего дома, своей земли, их силу духа нужно обязательно отразить в картинах. И мои эскизы в 2015 году уже переросли в дипломный проект. Я начала сбор материала, начала создавать серию портретов. Так были созданы первые мои работы. Это «Отец и сын», «Воин», «Ополченец». В этих холстах я писала неизвестных мне людей, стараясь обобщить образ. В дальнейшем я познакомилась с добровольцами из Санкт-Петербурга, которые ездили защищать Донбасс, и приглашала их позировать ко мне в мастерскую. Многие соглашались. Мне было очень важно почувствовать настрой этих людей, их состояние души, услышать их мысли, рассказы. И таким образом я сонастраивалась с темой, находясь очень далеко от всех событий. Затем я поняла, что мне необходимо будет съездить на Донбасс и по мере возможности увидеть все своими глазами. У меня сложилась поездка на Донбасс совместно с музеем Новороссии Санкт-Петербурга. До сих пор им очень благодарна. Для меня было очень важно запечатлеть все увиденное в памяти, переосмыслить, почувствовать саму атмосферу, дух людей. И, конечно, мы побывали на передовой, в аэропорту, на позициях Спарты, на работе «Покров» и на итоговом холсте дипломной работы «Ополченцы» изображен портал собора Иверской иконы Божьей Матери. Но фреску в тимпане я сознательно заменила. Хотелось придать тот смысл, что воины находятся под покровом Богородицы, и их дело правое, они защищают свою землю. Оружие на работах сознательно спрятано. Хотелось сделать акцент на иконе и на лицах людей. В дипломной работе я вписала лица людей реальных, с которыми я познакомилась в Донецке. А также там изображены два командира Гиви и Моторола, которые на тот момент были еще живы. Какими бы ни были обстоятельства жизни, для художника главным источником вдохновения всегда остаются люди. Отважные и суровые, жизнерадостные и отзывчивые, со своими мечтами и горестями. Героически несущие крест служения отчизне. И неважно, в малом или великом, но ежедневно созидающие современный ход истории. Посетив Донецкую республику, я увидела, что, несмотря ни на что, люди живут, работают, радуются, растут и играют дети, и всегда в душе есть надежда. Это надежда, молитва, которая идет от сердца к Богу. Холст «Женщины» тоже был задуман в 2014 году, потому что женская молитва – это незримая опора и поддержка защитников.
следующий холст «Дом» был написан по моим впечатлениям от посещения поселка Спартак и села Никишино, которое было полностью разбито и признано непригодным к проживанию. Но, несмотря ни на что, здесь живут, гласит надпись на воротах. И таких домов очень много на Донбассе. Художники-фронтовики в годы Великой Отечественной войны нередко делали зарисовки по мотивам окопных будней, в том числе изображая своих сослуживцев-однополчан. Дошедшие до наших дней портреты солдат той поры иной раз являются единственной наглядной памятью о героях, освободителях нашей земли от фашистского гнета. Создавая галерею образов сегодняшних освободителей Донбасса, Светлана Щиблева проводит параллель и словно становится в один ряд с художниками-фронтовиками, увековечивая героев уже нынешней войны. Хочу немного рассказать о написании портретов героев-защитников Донбасса. Для меня всегда портрет был самым интересным жанром, и всегда был важен именно человек, его содержание, его душа, его отношение к истории. Проехав по Донецкой области, я много общалась с людьми, с защитниками, которые в прошлом имели самые разные мирные профессии. Но когда враг пришел на их землю, взяли в руки оружие и пошли защищать свой дом, свой кров, своих близких, показав всему миру, что враг получит достойный ответ, так же, как Великую Отечественную войну. Донецкие люди очень живо помнят опыт прошлых поколений, своих отцов и дедов, которые освобождали Донбасс. Два портрета рядом со мной – это участники освобождения Дебальцево, которые позировали мне спустя несколько месяцев после тех событий. Оба портрета написаны за один сеанс примерно часов 6 на одном дыхании. Боец слева был очень улыбчив. Мы разговаривали на совершенно разные отвлеченные темы. Много смеялись, но взгляд у него оставался все эти часы очень таким колким, острым и, я бы сказала, отрешенным. Портрет Дмитрия был написан в полуподвальном помещении. Мне было даже с трудом видно свою палитру, то есть я так краски смешивала, можно сказать, наугад. Дмитрий был очень молчалив и серьезен, и в таком сильном, таком сосредоточенном состоянии. Оба портрета очень разные, и люди разные, но они делают общее дело, защищают свой народ. Эти два портрета я написала самыми первыми, еще в 15 году. И я брала за основу фотографии из интернета, а потом несколько обобщала образ, чтобы люди не были конкретно узнаваемы, а именно они передавали вот образ ополченца, образ воина, какую-то, да, действительно, как бы и грусть, и трагедию происходящего. Справа от меня портрет Константина, человек, который имеет огромный боевой опыт. Когда беда пришла на Донбасс, он, не задумываясь, пошел на фронт. Слева от меня портрет написан с натуры тоже, позывной «Батя». Это солидный, состоявшийся в жизни человек из Луганска, который участвовал в 2014 году во взятии администрации. Он искренне любит свой край, пошел воевать снайпером. В нем чувствовалась огромная вера в победу и боевой дух. И он своим настроением и позитивом заряжал всех вокруг себя и передавал свой опыт молодому поколению. Война в Донбассе показала несостоятельность упреков в адрес молодого поколения касательно отсутствия у него высоких нравственных идеалов. Сегодня, как и 80 лет назад, наша страна все так же богата героями и людьми, чьи сердца переполняет чувство любви и гордости за свою родину.
В данный момент я считаю очень важным писать картины именно о сегодняшних событиях. Необходимо сохранить в памяти народа подвиг, который проявляют наши современники, освобождая Донбасс. Мы до сих пор гордимся и чтим в памяти героизм русского народа, который отстоял свою свободу в Великую Отечественную войну. И поэтому, наблюдая со стороны, я могу с полной уверенностью сказать, что наше поколение проявляет такое же мужество и самоотверженность в современной войне за освобождение исконно русских земель.